идем на другой понтон, на тот, который пластиковый, чтобы показать, что у нас под водичкой, ребят. Тут на входе у нас сразу бар на пляже, так что алкогольные, безалкогольные напитки здесь у туристов есть возможность взять на пляже, взять на баре. Так, вот у нас спуск. Красный флаг, ребят. Удивлен, но красный флаг. Чего-то висит здесь. И, кстати, насчет шезлонгов и зонтиков. Тут, возле самого понтона, их немного, но возле бара наверху, там тоже есть шезлонги и зонтики. Сейчас вы видите свободные шезлонги и возле самого понтона, но видео я снимал во время обеда, вполне возможно, что туристы просто ушли на обед. В общем, все типично по-египетски. Красный флаг висит, туристы плавают. Так, вот он понтон, ребята. И идем к краю понтону, чтобы посмотреть, какая глубина при спуске в водичку с понтона и что у нас под водичкой. Сразу смотрите, значит, вот это пляж, с правой стороны это тоже отель Hilton Waterfalls. Вот его продолжение посерединке, и вот еще один спуск к морю. И сразу хочу обратить внимание туристов, которые едут на отдых в Египет первый раз, а именно на этот понтон. Значит, первое, его длина примерно 80 метров. Второе, он пластиковый и не стационарный. То есть на волне он может шататься, качаться, в общем, создавать дискомфорт для туристов, у которых есть некоторые проблемы там с ногами, и им не совсем это может быть удобно. Да, есть и второй пирс, его я вам показывал в предыдущем видео в обзоре отеля Hilton Waterfalls. Он стационарный, но находится полностью под водой. Итак, разбираемся с подводным миром Красного моря отеля Hilton Waterfalls 5 звезд. Итак, первое, это то, что касается глубины при спуске с понтона. Значит, точную глубину я вам не могу сказать, но, как вы видите, до дна тут турист не достанет, когда спускается с этого понтона. Поэтому тот, кто не умеет плавать и боится глубины, принимайте это во внимание. Дальше. Глубина вдоль рифа со слов ательера составляет примерно около 34 метров. Ну, собственно говоря, как бы это такая общая информация. То есть это не самая важная информация по глубине, но для тех, кто все-таки боится глубины, это нужно знать. Дальше, по самому рифу. Как вы видите, возле самого пирса риф больше мертв, чем жив. Ну, то есть, вот это коралловый риф, который вы сейчас видите, собственно говоря, вокруг этого понтона, он примерно, ну, так вот и выглядит везде. Да, если проплыть там сторонку, влево либо вправо, да, можно найти что-то живое. Но все-таки как бы именно грандиозно красивого кораллового рифа тут в этой части, ну, особо вы не найдете. Ну, если не берем во внимание там пляж отеля Риф Оазис. Дальше, по морским обитателям. Значит, рыбки, да, здесь есть, может быть, не так много, как в других местах, но они здесь есть. Значит, из того, что я увидел, это абудефтух обыкновенный, имеет светло-черный полосатый наряд такой вот, небольшие рыбки, в среднем 10-15 сантиметров длиной. Антайсы, тоже рыбки небольшие, чаще всего встречаются оранжевого цвета.
рыбы-попугаи видел здесь. И, естественно, стандартно, как и везде, в любом месте, рыбы-хирурги. Довольно небезопасные рыбы для тех туристов, которые не знают, как вести себя, находясь рядом с этими рыбками. Но об этом я расскажу в другом видео. А вас, ребят, кто отдыхал в этом отеле, прошу написать ваши впечатления от этого рифа. И последнее, что я хочу вам показать, это пляжные полотенца отеля Hilton Waterfalls 5 звезд. Как вы видите, они уже старенькие и очень просятся на обновление. В общем, эконом полный.